в рюкзак. Здесь постоим. Airdrop. А спонсор этого видео — сервер Eternal. Это сервер выживания с уникальной системой уровней. Недавно тут появилось интерактивное меню с кучей полезной инфы. А еще анонсировано крупное обновление, о нем вы можете узнать в Дискорде. И вот подарок. По промокоду TESPI на сервере вы получите много всего интересного. Ссылка на Дискорд в описании. Всем привет! С вами TESPI, и только что моего дома стреляли. Я выхожу на охоту с дробовиком, потому что мне он нравится. Мне с дробовиком кайфово гонять. Я понимаю то, что на дальней дистанции я вообще ни о чем не буду. Но мне как бы, блин, я не выложил. Я все не выложил. Не хочу рисковать этими ребелями. Давайте сюда все это склоним. И патрон, дробовик много беру, но ничего страшного. Стреляли рядом. Такое ощущение вообще с моста, вот с этой стороны. Где-то в сторону торгового центра, но мне надо в больничку, дефибриллятор. Давайте берем больше 1000 лайков. Вы мне там делаете очень приятно. Мне очень приятно видеть вашу активность. ПНВшку включаем, я думаю, вы не сильно будете ругаться, но это гораздо лучше видно, чем когда мы ночью бегаем. Ночью очень много уникальных заруб. И их пропускать из-за того, что темно, ну как-то не хочется. А ходить с фонариком по лицу, ну это будет глупо. Вот ПНВ у меня есть, давайте им пользоваться. Стреляли где-то тут. Да не высовывается. Не высовывается. Ну давайте быстренько чекнем торговый центр, основные локации, потом пойдем в больничку. Сервак заполнен, но такое ощущение, что он не заполнен, потому что сейчас экшена куда меньше. Так, передвижений я не вижу. Ага. И мне еще надо сходить, собственно, на ферму и найти там морковку. Потому что мне надо выращивать морковку для гранат. Все-таки очень надо. Давайте быстренько залутаемся. Вот клей мне нужен. Так, вот это вот веревки тоже очень нужны. Это у нас удобрение будет, еще веревка. Да, очень полезна вот эта вот локация. Вроде бы шаги что-то слышал, но не уверен. Так, тут мне ничего, пропан там. Зомбаков надо убивать, конечно же. Ух ты! Да, есть тут. Сверху он. Мне надо было это сделать. Я не очень хотел его убивать, но мне надо было это сделать. И как ты меня ударил, а? Блин. Давайте мы захилимся. Зомбаки, не надо сюда идти. Отлично. Кто-то тут еще бегал. Пока что лутать не будем. Пока что мы этим заниматься не будем. Зомбаки стоят. Так. Веревки. Так, это мы все забираем. Кто-то тут еще в торговом центре ходит. Так, это мы тоже берем. Деньги. Тут, наверное, деньги не особо-то нужны. Их вообще нигде не поменять. О, блин, так. Давайте, собрались. Блин, зомбаков же надо убивать мне. Но тут опасно это делать. АПК. Блин, я еще нычку не посмотрел. Я хотел вообще по-быстрому все это сделать. Так, давайте еще раз зайдем в магазин видеоигр, потому что знаем то, что там все это появляется. Что ж ты меня бьешь-то, а? Вот так вот. Килимся. Это у нас продается. Это мы все мелочи жизни забираем. Это у нас денег стоит. Вот так вот. Это мы все будем продавать. Надо будет обязательно сходить с вылазкой на то, чтобы продать ненужные вещи. У меня очень много вещей на продаже. Так. Зомбак куда-то пошел. Вот это мы возьмем. Блин, еще снег, блин, за окном. Давай.
Сейчас мы залутаемся, что у нас тут снизу. Ой, хорошо. Хорошо, на продажу ПНВ, айфон. Чудесно. Совсем не зря тебя убил. Так, 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 так. Еще один маленький магазинчик, давайте залутаем. Вот этот вот. Я что-то помню, пушку хорошую нашел. Разбито все. И погнали в супермаркет. В поисках морковки. Но я думаю, тут не найду морковку. Так. Да, морковки нет, но зато есть бутылка воды. 12%, но ничего страшного. Давайте забираемся наверх, на крышу. Давайте ПНВ включаем, темновато стало. Забираемся наверх и в нычку. Там в нычку, которую я нашел. Я думаю, там тоже какой-то секретный лут должен спавниться. Но определенно, если там и патроны, и все остальное, это определенно мне надо. Я одну нычку залутаю, наверное. И вторую можно, в принципе. Вторую тоже можно. Так. Тут можно и... Тут кто-то лутался, мне кажется, недавно. Как-то тут зомбаков нет. Обычно они тут есть. Так, давайте. Разберем ненужное. Так, нож. Вот это. Компас можно продать, айфон можно на крафты. Как-то не ходит такое у меня. Если так, металл у нас есть, и еще сделаем веревку. Вот так вот из ткани. Так, у нас еще ткань. Вот так вот. Так, вот это на ткани не разбирается почему-то. И еще веревку давайте. Так, веревок у нас побольше стало. Так и пушку надо разбирать. Хотя, может, он пушки покупает. Ну ладно, не страшно. Пускай пушки покупает, мы продадим вот эту вот штуку, надеюсь. Очень надеюсь. Не понял. Ну что, как вы сюда попали? Давайте отходите назад. Блин, а мне их надо убить. Мне их надо убить. Давайте сюда. Ой, они сюда вообще не заходят. Ну и не заходите. Стреляют рядышком. Погнали наверх. Сколько уже? 20 зомбаков всего-то. Стреляют они тут. Давайте еще в одну нычку сходим. Так, вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут как всегда нас встречают проваги наши любимые. Вот так, все, погнали. Сейчас по пути. К выстрелам зайдем еще в больничку после этих выстрелов. Так, убиваем. Всех убиваем. Раньше я такого не сделал, сейчас я рад каждому зомбаку. Так, 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 так. Вижу, вижу, вижу. Бомж куда-то побежал. Что, у меня не стреляет просто? Мне не стреляло, дробовик, я даже потому, что у меня патронов нет. Так. Я реально, потому что у меня тупо мышка не нашла. Я не знаю, что это с чем-то связано. Нет тут никого. Ну, не знаю, ну давайте лутаться. Давайте попробуем. Так, дробовик. Морковки нет. Есть куча дроби. Это не морковка, кэрот. Это кэрот. Это семена кэрота. Удобрение берем. Наверное, если хватит места на это все. Это какие-то непонятные химикаты. Так, 8 патронов. Вот это вот тоже берем. Отлично. Чудесно. Такое мне нравки. Это кто у нас тут ходит? Даже не понял, откуда. А как он, наверное, тоже ноги сломал. Да ладно, ладно, ладно. Давайте полечу. Ты у нас бомж? Давайте полечу. Живи. Я думал, то, что это за лутами, чувак. Друг? Иди сюда, друг. Нет, 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 спасибо, нет. Спасибо, друг. Ты не друг? Не друг, не друг, не друг. Ой, спасибо, дружище.
Да и не друг тебе, я тебя просто не хотел убивать. Не хотел себе карму портить, ты же вообще беззащитный. Я думал, что у тебя что-то есть в руках, а у тебя вообще ничего нет. Так, вот это... Вот это понятно, для чего он меня ударил? Это естественно. Блин, стреляют. Давайте бинтики мы потратили, давайте их обратно крафтить. Так, где у нас больничка? Больничка, давайте карту по-другому сделаем. Госпиталь прямо спереди. Стреляли у нас где-то оттуда, но мне надо в госпиталь. Так, иди сюда. Надо, блин, это, сделать кинжал, который уничтожает всех. Вот это вот то, что с одного удара зомбаков будет валить. Вот это мне надо. А то у меня нож, блин, не пробивает ни черта. Давайте. Блин, стреляет, там военка, там стреляет, ну конечно. Это же военная база. Чё ж там не стрелять-то? Давайте, мне только вот дефибриллятор, желательно несколько штук. Стреляют там так нормально, давайте быстренько. Залутаем, первый этаж у нас вряд ли тут что-то будет. Давайте посмотрим в больничке. Так, давайте, нам покушать еще надо. Так, ну сюда. А, нет, слушайте, тут есть таблетосы. Их вроде тоже покупают. Так что мы берем их. На продажу все. Деньги нам нужны. Хочу купить пулемет. И пулеметом рейдить. Ну, блин, патронов рейдовских, с другой стороны, нет. Так, ну так. Может, уже посветлело? А, понятно. Понятно, понимаю то, что я бегал. Уже давно по себе посветлело, я бегал, блин, вам глаза портил, вспомнивая. Ой, я тут еще и зомбаков повалю. Это ж вообще чудеса. И бинтов насобираю. Так, ну в палатах они должны быть. Так, щенюка для ног. Раковина, блин, охренеть тут продумано. Так. Я так понял, в каждой локации есть какая-то секретная комната. Видите, туда можно попасть. Но она не особо секретная. Да, вот можно здесь пройти, посмотреть. Ага. Вот так вот отдыхай. Штаны мы все собираем. Штаны нам все нужны. Блин, а где? Где мой дефибриллятор-то? Мне он очень даже пригодится. А я никак его не могу найти. Так. Хорошо. Сколько уже? 28 всего зомбарей. Ну вы серьезно? Вот так вот. Еще бинтики. Так. Чудесно. Блин, дробовик, наверное, давайте тоже разберем. Место занимает. Вот так вот. Все, ну вот так вот уже можно жить. И бронежилет давайте тоже разберем и сделаем стак металла. Сколько у нас? 16 металла. Чудесно. И надо будет обязательно кого-нибудь сходить убить. У меня, блин, лута много. Но с другой стороны, ну только iPhone важная вещь. И остальное не шибко важное. Да и этот iPhone можно вообще выловить. Блин, а где мой дефибриллятор? Я тут всю больничку обошел. Может, такой же, как видеокарта, что ли? Не говорите мне такой, пожалуйста. Ох, блин, а. Ты чё? Он с катаной на меня шел или с пистолетом, я не понял. Так. Может, у него дефибриллятор есть? Где он? Реально дефибриллятор есть. Блин, нихера тут бомжей, конечно, бегает. Блин, а этот вроде с пушкой. Да не, без пушки. Так, давайте берем катану. Просто а вдруг у него есть это? Я поэтому убиваю. Бейсбольно бита выпала. Давайте еще раз пройдемся. Вдруг все-таки... Все-таки где-то да будет... Здорово, дружище. Сразу идет, бьет меня. Думал, то, что завалит.
Ну да, я мог так зайти, типа удастся, чтобы он там еще бин какой-нибудь положил, или пушки, или кучу лута выложил. Такой мог... Да не бегай ты за мной. Что, смерти хочешь? Походу, он просто смерти хотел. Ну не хочу я таких убивать, не хочу, но приходится. Бегает за мной. Ну что, непонятно то, что если вы бегаете, вы можете умереть. Убегайте наоборот. Так, вот это. Рюкзаков у нас нет. Давайте еще бинтики. 10 ткани. 8 металла. Давайте можем разобрать фонарики. Катаны, все это. 16 снова металла. Вот так вот, еще один стак металла. Да, чудесно идем. Чудесно, у нас очень много чинилок для ног. Очень много. Так, дружок, ты что, давно за мной бежал? Жалко, нет дефибриллятора, ничего такого. Жаль, жаль, жаль. Пропал танк Т-34. А мне, кстати, писали про танк Т-34, то, что он есть на ферме. С чего это он на ферме? Ты что, у меня стрелять будешь? Нихера себе. Так, винтики сюда. Нихерашечка себе. Вот это было у меня вдамажил, конечно. Блин, ноль патронов. Ну, эта снайперка, она нужна. Блин, я сейчас заутан, прям... по полной. Фу, блин, этого снайперка, вы видели, как я меня вдамаживал? Просто у меня у хп осталось. Она реально очень много сбивает. 70 хп мне где-то снесла. Блин. Вот это, конечно, опасно было. Просрать вот так вот лут. Если бы он еще раз меня попал, то все, до свидания. До свидания бы было. Так, у меня, блин, еще семена моркови из ценного. Давайте все-таки домой пойдем. Чего уж тут рисковать-то? На Дурмс тут, давайте наверх поднимемся. Хотя еще наверх, давайте вот. Хочется рискнуть. Все равно мне не заберут эти семена моркови, никому они не нужны. Я потом просто приду и их заберу, если меня убьют. Где-то тут стреляют. Да тут. Он тут. В рюкзак. Справедливо, справедливо, что это было, конечно. То, что я так умер. Но они не заберут мои семена моркови. Конечно, зря я так пошел с кучей лута. Но мне хотелось именно экшен. Не убивать бомжей, а хотелось экшен. Ну ничего, можно реванш словить. Можно реванш по-любасу словить. Я знаю, где они. Я знаю, где мои семена моркови. Мои любимые. Только за семена моркови я их уничтожу. Только ради семян моркови. Если бы у меня, конечно, был дефибриллятор, то, конечно, другое дело. А меня там лутать будет очень долго. Так что у меня есть куча времени. Не считаю это моим проигрышем. Тут просто мне не повезло. Ух, блин, там стреляют нормально. Мне просто не повезло. Я ему вдамажил первый, ему стрельнул, он у меня второй. И при этом, как бы, он меня ваншотнул, я его нет. Давайте, где-то тут спуск должен быть, вот он. Сейчас мы туда придем. Сейчас мы покажем то, что с нами так нельзя поступать. Сейчас мы наши семена моркови заберем. Да что ж такое, не взял я еще нилки для ног. Ошибка. Ошибка. Вот вам и первая ошибка. Чинилку для ног не взял, поломал ноги на ровном месте. И теперь я теряю момент неожиданности. Теряю момент неожиданности. Ну вот, может, ты разберешься, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Два металла. Один. Один металл. Так, они вот... Давайте, давайте, давайте. Да что ж, ну чинитесь вы быстрее, я вас прошу, ноги. Ну чё ж вы так долго чините? Блин, опять. Давай вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так, 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 так.
Так, мои семена моркови, конечно же, никому не пригодились, это естественно. Ну, обчистили они меня по полной, конечно. Давайте на пятерку. Куда это они ушли у нас? А. А вот и айфон мой. Слушайте, вообще не зря я так умер. Что ж такое, еще ж у меня места нет. Рюкзак. Забираем все. Что я не понял, как они сдохли. Они реально все поздыхали. Как так получилось, я не понял. Давайте ломаем тогда вещи. Ну, шлем, наверное, оставим. Бинтики. Хорошо. Давайте ждем. Сейчас придет сюда. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так вот. Блин, сюда еще машина подъехала. Так, зомбаки забираются. Отлично. Зомбаков мы завалим. Дроби у нас много. Блин, я походу понял, что их убило. Я походу понял, что их уничтожило. Так. Блин, охренеть, конечно. Я даже это сейчас за раз не мне надо будет. Да, места нет. Иди ты в пень-то, а. Все, отлично. Так, вот так вот. Рискнул и получил. Видите, я хоть умер, но получил гораздо больше. Так, ножик. Отлично, у нас ножик все-таки есть. Так, айфон. Так, металла. Сколько у меня FPS? 304. Что ж так мало-то, а? Ладно, давайте шлема поломаем. Реально очень... Очень душит меня. О, блин, а приходили сюда. 8 металла. Давайте краску выкидываем. Но и больше нечего выкидывать. Так. Идет сюда кто-то. Так, поднимаемся наверх. Здесь постоим. Аирдроп. Блин, у меня опять долго встает. Да что, я Z нажимаю, весь он долго ложится. Я растерялся еще с аирдропом. Может на аирдроп пойти, но я хочу сюда. Лутаться они тут будут долго, они тут реально будут долго лутаться. Но я там перебрал лута очень много. Я, конечно, мог уйти, но я сейчас за семена моркови я вернусь. Блин, это было так обидно. Он меня, кстати, очень сильно продамажил в голову-то. Он даже не лутается еще. Он даже не лутается, это хорошо. Это очень хорошо. У него лута, наверное, много. Давайте берем броню. Все, собственно, идем забирать лут. Я сейчас, ну, надо быстренько забрать лут и все-таки отправиться. Отправиться как можно быстрее. Даже ёшка-котка, блин. Блин, даже искать ничего не могу. Обидно, конечно, что меня убили. Он как-то меня слабо дамажил. Я думаю, то, что он мне снес только 13 хп. Думаю, встану, типа, убью. А он на префайре в меня стрелял. На префайре, вы понимаете? Как он делал. Я встал и сразу себе в голову словил, и я лечь не мог, у меня долго ложиться. Я не знаю, почему раньше быстро. Вот сейчас вот я жму со всей силы Z, видите, он очень долго, он должен быстро вставать, он очень долго. Очень долго все это делает.
Блин, зомбаки меня спалят. Ну ничего. Так, прыгаем. Так. Семена моркови есть, чудесно. Они убежали. Блин, сколько тут полезных вещей для меня. Взорвали там автобус. Прикалываешься? Где аирдроп, я даже не понял. Я даже не понял, где аирдроп. Ну, короче, вот так вот слился. Ошибка, конечно. Нельзя было так вставать. Ну, ладно. Как бы с кем не бывает. Блин, стреляют много. С кем не бывает такого. Давайте, погнали на выстрелы. Я понимаю то, что... что это очень опасно так делать. И, наверное, так не надо делать. Я уже не слушаю выстрела, давайте все-таки заставим. Если бы выстрелы бы были, я бы побежал. Но тут уже бежать не надо. Потому что, ну, это глупо. Рум 4. Хотя выстрелы слышу, блин. Ну, это глупо, глупо. Глупо сейчас бежать. Очень глупо, давайте мы захилимся лучше. Конечно, мог гораздо больше вынести. И просто я не ждал то, что я встану. У меня долго не ложился. Видите, я даже не стрелял, потому что я нажимал Z. И нажимал Z, он, когда вот второй раз встает, видите, долго происходит. Долгое. Я вот сейчас жму со всей силы. Слушайте. Слушайте, я жму со всей силы. И как он встает, он очень медленно встает. Мне это не нравится, то, что он медленно встает. Я хочу, чтобы он быстро вставал, он медленно встает. Зачем? Я все. У меня все уйдет. И меня лут заберут, если меня будет медленно вставать. А надо, чтобы быстро вставал, блин. Вообще не дело. Ладно, мы хоть что-то засейвили. На самом деле, очень даже вкусно. Аирдроп я просрал, вот это, конечно, еще ошибка. То, что я не пошел за аирдропом, надо было быстро, как можно быстрее уходить из-за аирдропа, потому что в аирдропе наверняка очень много всего полезного. Я еще ни разу аирдроп не лутал, а я хочу. А я хочу. Ну ладно. В общем, удобрения, очень много всяких полезных вещей. Самое главное то, что вот у нас есть вот эти вот кэроты. Я, наверное, сейчас буду делать в доме апгрейды. Апгрейды, где я бы выращивал овощи. Потому что мне это очень важно. Все, встретимся в новом видео. Удачи, друзья. До скорой встречи. Давайте ставьте лайки. Больше 1000 лайков будет круто. Все, всем пока.